Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Сазан – пресноводная рыба семейства карповых. Это сильная рыба с мощным, несколько вытянутым туловищем и слегка прижатыми боками. У нее до 38 позвонков. Сазан может достигать до 30 кг живого веса. Продолжительность жизни сазана также достигает 3 десятилетий. Можно сказать, что сазан – это дикий карп. Различия, конечно, несущественны, но они есть. Даже вкус достаточно разный. Начинающие рыболовы задаются вопросом, а где, собственно, можно половить сазана? В отличие от карпа, сазан популярен меньше и обитает в основном в крупных глубоких реках России. Это может быть Днепр, Дунай, Дон, Кубань, Волга, Хопер и другие реки. На таких реках сазана стоит половить на фидер или донку в местах расширения реки и там, где течение замедляется. Реже сазана можно встретить в озерах и водохранилищах России, а также на Дальнем Востоке. Он старается избегать сильного течения и проживает стайно в заросших и закоряженных местах. Эта рыба не совершает длительных миграций, но в бассейнах Волги, Днепра и Кубани обитает полупроходной вид. Для сазана не является проблемой солоноватая вода при черноморских рек. Эта рыба нерестится при температуре 13-15 градусов. Процесс нереста такой же шумный, примерно как и у леща. Самка откладывает от 600 тысяч икринок на мелководье. Спустя год мальки весят 30 граммов, но при отличном питании могут достигать и 250 граммов. К окончанию второго года жизни они достигают веса в 0,5 килограмма. Взрослые особи в естественных условиях питаются личинками, червями, мотылем и ракообразными. Следуйте советам и присылайте фотографии пойманных вами трофеев на почту, указанную в описании. Также в описании вы сможете найти ссылочки на лучшие рыболовные интернет-магазины. Всего вам доброго!